Всем привет! С вами Ольга Чернова. 7 июня. Вот такая у нас погода. Гром страшный. И такое черное небо. Темно, как ночью. Ой. Придется опять убегать домой. Нынче погода не дает ничего выращивать нам. Только хотела подвязать томаты. Меня пугает это чернильное небо. Как бы град не начался. Ой, я, наверное, пойду домой. Все, вот такая погода у нас. Сибирский регион, Алтайский край. 7 июня. Ой! Кстати, после таких дождей очень хорошо делать подкормки или рыхление. Так что и такая погода, она тоже нам помогает. Вот как раз то, чего я боялась, и произошло. Посыпался град. Это уже третий град в этом году. Это вообще небывалое что-то. Очень плохо. Растения только отошли от того града, а тут уже другой. И градины-то хорошие, такие большие. Ой-ой-ой-ой-ой. Такие минуты, я всегда говорю, собой не прикроешь. Стою, смотрю и ничего сделать не могу. Только эти томаты оправились от предыдущего града. Вы смотрите, что творится вообще. Сейчас опять у нас все побьет. Ну что поделать, ничего не поделаешь. Пойду-ка я пить чай. Все равно работать мне град не дал. Наблюдать за ним не очень-то приятно. Теперь уж как, что Бог пошлет. Побьет так побьет, не побьет так нет. Все, до свидания. Вот в эти минуты и задумаешься о пользе теплиц. Хоть там и неудобно, хоть там и жарко. Но хотя бы град. Смотрите, какие огромные. Вообще. Ну хотя бы град там не побивает бедных растений. Нынче третий раз их бьет град. Опять все в дырочку будут, в конопушку листики. Только что отошли. Ой, какие красивые градины.